Сегодня ко мне в обзор попали многофункциональные смарт-часы Helios GPM 3D. Вот они. Ведь выбирать смарт-часы – это как выбирать любимую футболку. Можно выбирать заезженные, как у всех, а можно приятно выделяться из общей массы. Смарт-часы Helios отличаются тем, что это не овал с кнопкой посередине, а удобный квадрат, который включает в себя куда больше функций. Для начала вы должны знать, что это спортивные часы. Они позволяют отследить сердцебиение, дистанцию, которую вы преодолели, и если вам, прости господи, лень доставать телефон, чтобы переключить трек, удобный интерфейс позволит вам это сделать, не сбавляя темпа. Стоит сказать, что GPM 3D водостойкие. И чтобы это проверить, я взял сегодня с собой лейку. Кто-то может спросить, а как подключаются эти часы к телефону? Bluetooth, конечно. Среди прочих функций, это, возможно, вас удивит, но часы показывают время. Погоду, можно завести будильник, а если же вы засиделись на своем рабочем месте, GPM 3D вам напомнит, что самое время подняться и растрясти кости. Важная особенность. У них есть GPS. Она имеет постоянную связь со спутником Atlas. Если вы вдруг потеряли ваш смартфон, функционал этих часов позволит вам его отыскать. Но для начала посмотрите под подушкой. Еще два немаловажных аспекта. Первый – ремешок. Делений тут так много, что подойдет для любой кисти. Второй. В них нет никаких дополнительных отверстий. А иначе они не были бы водостойкими. Для зарядки. На обратной стороне есть магнитная линия, с помощью которой вы сможете зарядить этот гаджет. При этом никуда ничего не втыкая. Спецификация сейчас будет на вашем экране. На этом у меня все. Напомню, что лучший способ оценить часы – оценить их лично. Поэтому приходите в магазин, смарт-часы Helios GPM 3D уже вас ждут. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и нажмите на колокольчик. Все ваши вопросы в комментариях ниже. Увидимся в следующем обзоре.